30 случаев майора Земана. ...1966 год. С Новым годом! В главных ролях Владимир Брабец, Ярослава Обермайерова, Либуша Швормова, Ивана Андролова, Петр Костка, Вацлав Неужил, Владислав Мрквичко, Эмил Хорват-младший. Автор сценария и режиссер Иржи Секвенс. Добрый день, молодая красивая. С Новым годом. Красивая, да, но уже не молодая. Кого вы ищете? Отдел кадров тут находится? Да. А заведующий здесь? Скажите на милость, что это вам приспичило сегодня? Но вам повезло. Бланка! Бланка! Что? Веду тебя помощника. Заходите, пожалуйста. Я из Остравы. Бартош Станислав. А, кочегар. Я решила, что вы нашли что-нибудь получше и передумали. Нет, но дома у меня были некоторые затруднения. Развод, знаете. Если нет, вам повезло. Вот трудовая книжка, в порядке, штамп. Я собирался приехать раньше, но, понимаете, прощался с друзьями. На ночной поезд не успел, а утренний опоздал на 2 часа из-за тумана. Приходите сразу после Нового года. 2 января заполните анкету. Позвольте узнать, пани, не работает ли у вас некий
Бржете Малик, он тоже из Остравы. Вы имеете в виду главного бухгалтера? Я не знаю, кем он работает, но, говорит, у него здесь квартира. Так вам негде ночевать? Негде. Пошли со мной. Отдай! Что за глупые шутки? Я сказала, перестань! Отдай! Друзья, а сейчас будем играть. Заканчивайте танцы. Будем бросать девичью туфельку. На кого укажет носок туфельки, тот нас покинет. Выпей сегодня со мной, Мария. Почему ты все время боишься того, что скажут о нас люди? Да пусть говорят, они нам завидуют. Да я и не боюсь. Но не лучше ли Яничку отправить домой? Посмотри-ка. Гусыня, она ведь уже совершеннолетняя. Если б я мог, я бы выгнал ее отсюда с треском. Бухгалтер из нее все равно никогда не получится, хоть ты ее режь. Только фигурка да смазливая мордашка. Ну ладно, меня это в конце концов не касается. В 7 за нами заедет Федди, таксист, а в 7:30 начинается программа. А не могли бы мы посидеть просто у меня дома? Да ты что, в Новый год? Не говори глупостей. Знаешь, каким трудом я все это организовал? А? Ты представить себе не можешь. Ну что тебе? Раз, два, три. Ну посмотри, носком к двери. Не реви, с твоим интеллектом ты через год станешь стюардессой на линии Прага-Гавайи. А, вот теперь вы пан бухгалтер. Раз, два, три. Тысяча извинений. Простите, пожалуйста. Минутку. Ты ли это, дружище, здорово. Сколько лет прошло, а ты совсем не изменился. Ну что ты? Как тебе это удается? Да веду праведную жизнь. Пошли, посидишь с нами, пошли. Никуда от нас не денетесь. Станда, это пани Рихтерова, мы вместе работаем. Очень приятно. Ну, за нашу встречу, друг. Внимание, танцы. Разрешите? Главное, желаю здоровья в новом году. Что ж ты не известил о своем приезде заранее? Где я сейчас тебя устрою? Случилось непредвиденное. Я договорился о жилье, но человек, с которым я переписывался, куда-то испарился. Я сейчас уйду. Не забывай, что я есть на свете. Но ведь у тебя есть место, а мы все равно уходим в кабаре. Невозможно больше смотреть на это. Девчонка не знает меры. Бланко! Бланко, пожалуйста, беги к замдиректора. Он у себя в кабинете и очень тебя искал. У него опять приступ? Не знаю. Нет, подожди, подожди. Тебя-то я не отпущу. Ну. Перестань. Оставь бутылку. Ты соображаешь, что делаешь? Иди сюда. Я не хочу. Не делай глупости. Слушай, посмотри на себя. На кого ты похожа? Какой строгий. Он таким не был. Он все правильно делает. Ведь это он устроил Яничку к нам. Теперешняя молодежь не ценит ни места, ни репутацию. Не думайте, что я против нее что-то имею. Нет. Черт возьми, да стой ты, постой. Но я же стою. Ну и стой. Свари себе кофе и убирайся домой. Вызвать тебе такси? Нет, за мной заедет брат. Тебе же необходимо сделать операцию. Только у тебя, конечно, нет времени на это, да? Именно теперь это абсолютно исключено. Ты говоришь, это уже года два, по крайней мере. На сей раз действительно так. Я вызвал к нам ревизоров. Они приедут 2 января. Ты единственная, кому я сказал об этом на случай, если вдруг меня не будет. У тебя есть конкретная причина? Когда я был мастером лет 10 назад, был у меня некто Гавраник. Это был настоящий каменщик. Теперь он уже на пенсии, работает у нас сторожем. Гавраник? А, вспоминаю, старый холостяк. Никаких родственников. Да, это он.
На Рождество я хотел его вытащить к нам, чтобы он не сидел один. Но Гавранника нигде не было. Я спрашивал о нем всех, даже в больницах искал его. Мне, конечно, должно было бы быть об этом известно, но знаешь, совсем не остается времени. Я тебя не упрекаю. Так вот, я решил для верности заглянуть в бухгалтерию. Там я нашел его имя, ведомости на выдачу зарплаты. Но кроме него я нашел еще 4 гавраников. Что? Все из тех, кто числился на временной работе. Землекопы и подсобники. У нас в управлении их никто, естественно, не знает. Выходит, что у нас есть мертвые души? Да? Именно это я и хотел бы выяснить. Ты подозреваешь кого-нибудь? Что мне тебе объяснять? В течение года у нас меняется около 30% работников. Придут, заработают и исчезнут. А что мы, собственно, о них знаем? В последнее время были жалобы, что этот гавраник выпивает. Я знаю. Мне уже всякие мысли приходили в голову. Возьми этот ключ. Там в папке необходимые документы для ревизоров. Но надеюсь, что мне просто сделают укол, и после Нового года я буду на месте. Прошу тебя, все, что я рассказал, держи в тайне. Я хотел, чтобы это оказалось ошибкой. Поздравь домашних, но мужу лучше ничего не говори. Не хватало только, чтобы сюда еще заявилась полиция. Так что я тебя прошу очень. Ну? Ты ничего, живешь, приятель. Как видишь, делаю, что могу. Это кооператив или государственное? Главное, что хорошее, верно? Проходи, проходи, не стесняйся. Предприятие помогло. Правда, мы и вкалывали тоже, как лошади. А ты замученным не выглядишь. Нет, действительно, в твои годы, с твоим прошлым, нет, я восхищен. Ты держи язык за зубами. Тут стены тонкие, везде люди из нашего управления. И, пожалуйста, не устраивай здесь свинарник. Хорошо, хорошо. Не волнуйся, больше 2 дней я тебе надоедать не буду. Я только что развелся. И не знаю, хорошо это или глупо. Мне стало противно уже по дороге из суда. Я никогда не был семейным человеком, ты это знаешь. Но приходит время, человеку надоедают ресторанные приятели, одни и те же шутки. И вот однажды я надел ярмо и... Ты меня слушаешь? Конечно. Буду скучать по дочери, это да. Ей исполнится 5 в феврале. Да, у тебя хорошая девочка. Как ее зовут? Эва. Ну, беги, развлекайся. Я потом за собой уберу. Ничего не беспокойся, я еще должен зайти за Ректоровой. Она живет в этом доме? Да, в соседней квартире. Смотри, если вдруг случайно, ну, зайдет разговор, она не знает, что я был 2 раза женат, ты понимаешь? Если б я трепался, у тебя бы не было этих роскошных тряпок, приятель. Слушай-ка, а почему ты... выбрал нашу контору. Тебе это мешает? Мне? Нет. А с кем ты у нас списался? Это тебя не должно интересовать. Я его найду. Ну, братец, кофе на кухне, холодильник открыть сумеешь. Ладно, не беспокойся. У меня со вчерашнего дня что-то нет аппетита. Вот это правильно. Стоит выпить пару рюмок, и все в порядке. 17.39. Сколько ты сказала, что придешь? 5. Пять. Аспоň видишь, почему я где встекам. Так, веки накраят, окурки отеврит, масло с ледницы, шампус до ледницы, ать то лита, ать то свищи. Пань, ну к чему я вам вůbec сам? Лидушко, теда. А jednoubky. To musím... Неселат. No, ty se ti povedl, že? To je metoda. Přímo vědecká. Hlavně, když nechybí talent. Jenže bez šunky je mi houby platnej. Šunka. Moment. Že já ji nechala v té lednici. Zrovna mi tam přišel ten topenář. Jasně. S
skočím si tam. Ale nechoď nikam, Blanko, ta čavajka stačí. Prosím tě, přece to tam nenechám. Přes nový rok ze zelenat, ne? To by byla škoda. Jo, můžeš si ji otevřít, ale pamatuj. Za 20 minut jsem zpátky, jo? Tak slzu mi tam nech. Taky budu mít žízeň. Встретились двое. Один говорит, куда идешь? Второй отвечает, никуда. Тогда беги налево, там ближе. Кто я? Кто здесь? Я, Земанова. Что случилось? Да нет, ничего. Я всех выгнал, как только пробило 5:30. В управление ни души. Но... Назад. Товарищ Земанова. Так, приход 18:01. Нет, 02. Идешь к себе? Нет, к холодильнику. Что ты говоришь? Точно. Пойдемте со мной, увидите. Вот. Она здесь. А ты что думала? У нас ничего пропасть не может. Ладик? Ладик? Ладик! Дева Мария, посмотрите на нее. Ну и молодежь. Сегодня и это туда же. Выпороть бы ее. Погодите вы с этим, воды. Я запер за последним, все обошел. Спасибо. Давайте. На всякий случай под столами посмотрел, не лежит ли кто там. Сейчас это не важно, Ладичек. Бегите за скорой помощью и скажите им, что похоже на тяжелое отравление алкоголем. Хорошо, хорошо. Но у кого из-за этого будут неприятности? У меня? Прошу вас, бегите. Я еще не готова. Ты сказал в 7? Произошла неприятная вещь, девочка. Что, какая? Да этот Барташ, даже не знаю... Как тебе сказать? Он такой, видишь ли, странный парень. На вид он довольно симпатичный. И он с Марава, как и я. Ну, если ты его таким представляешь. Но я-то с ним познакомился еще на шахте, ты понимаешь? Вот черт, руки замерзли. Я там работал как нормальный человек, а он там был, как бы тебе сказать, ну, отбывал наказание. За что? Ну, не знаю, какие-то темные делишки с подставными лицами, какие-то несуществующие фамилии. А почему он к тебе пришел? Ну, я знаю, я его не видел 8 лет. Ну вот, а я глупая. Куда они едут? Где-то будет веселая новогодняя ночь. Мне кажется, что мы тоже не лопнем от смеха. Если тебе будет легче, отругай меня. Я заслужила это, правда? Прошу тебя. Хочешь сварить грог? И кури. Кури, пожалуйста. Нет, спасибо. Не буду у тебя дымить. У тебя холодные руки. Ничего, это пройдет. И зачем я пригласила его в твою квартиру? Разве я тебя упрекаю? Я только... Подумай-ка. Он будет у меня всю ночь, один до самого утра. Понимаешь? А ты думаешь, он не изменился, не исправился? Это только в книжках или по телевизору. Запомни. В жизни ничего такого не бывает. Я попрошу тебя спрятать где-нибудь вот это. Я знаю, здесь немного, но я бы не хотел это потерять. Ну, так целее будет. Субтитры
se letos zase vycajchnovali, co? No, tak jen se neupejpej, na. No, když se do 5 minut nevrátí, tak se do toho pustím taky. Šampu jsem musel dát zpátky na led. To to nám dělal na schvál, nebo co? Ale taky. Má v práci taky fofry. No dovol. V 18.40 na Silvestra. A ti řeknu, jaký fofry. Povinný tanečky s cifršpionama, dopovaný magamzou. Jestli je to máma, tak mě sleduj. Slyším. Aha. Jo. No počkej, počkej, miláčku. Tak jak si to vlastně představuješ? Ale táto nechci. Aha. Když je to takový, tak... Ale žádný řeči. Hned tam budu. No, no, zůstaň tam. Se, já teď musím... Taky na tanečku, jo? No, tak prosím tě. Já se tam jenom mrknu a za pár minut jsem zpátky. Dobře, no? Se bavte. A mám mě věřit, že jí přeju šťastný a veselý. Tak, pojďte. Hoši. Pošli, ребята, туда. Дайте вам ее пальто. Нет, а вот паспорт нам нужен. Ладя, Ладя, пожалуйста, дайте мне ключ от кассы, я посмотрю, нет ли там сумочки Яны. Спасибо. На помощь! Горит! Здесь пожар, Ладя! Господи, Бланка, где ты? Здесь! Огнетушитель, быстро! Что с вами? Ничего. Главное не мочить в воде, после праздника в поликлинику. Спасибо, доктор. Если найдете паспорт этой девушки, позвоните в больницу, хорошо? Хорошо, да. Господи, Бланка, что у вас тут происходит? Как видишь, празднуем. Хорошо, что ты здесь. Пойдем, у меня для тебя новогодний сюрприз. Я тебе объясню, пойдем. Marie není ještě vymoděná, to víš, ženská, tak se zatím zkusím trochu ošplejchnout v horký vodě, abych ti zbytečně neles na oči. Heleď, kdyby tě mělo otravovat, že jsem se ti tady uhnízdil, klidně řekni, zmizím. Co bych rád věděl, kam. Veda, že by ti ustál někdo, kdo si tě sem pozval. Třeba starý Havránek v té svý maringotce, ne? Вы уверены, что заперли двери? Могу поклясться. Было 17.30. Среди всеобщего веселья вы, конечно, не заметили, был ли включен рефлектор или нет. Не был, точно не был. Я выпил всего одну рюмочку, товарищ майор.
Но после того, как все уже было тихо. Так ли? Рад бы поверить. Послушайте, уважаемый, я не из армии спасения. Но устраивать все эти выпивки на работе я бы запретил. Понятно. Что? Вы согласны или нет? Согласен. И всем, независимо от занимаемой должности. Хорошо, что хорошо кончается, так? Ну ладно, после Нового года я пришлю сюда кого-нибудь составить протокол. Идите обратно в проходной, отец. Это ее? Послушай, сколько эта девушка у вас получала? 1400 крон. Тогда у нее, значит, родители богатые? Да нет, мать у нее разведена, работает продавщицей в молочном кафе. Значит, скорее всего, Шмидра. Кто это? А это ты спроси Лидушку. Я сначала думал, что Шмидра – это персонаж кукольного театра. А она мне объяснила, что так называют мужчин от 40 и старше, которые готовы истратить кучу денег с дамами от 20 и младше. Ну что ты. Она была, конечно, такая, но скорее наивная. И подобными делами не интересовалась. Ну да, не интересовалась. Обычно так и бывает. Старший коллега скажет: Янечка, ничего не бойтесь, давайте до дна, ну. А потом еще, потом Бог Троицу любит, кто не пьет, тоже умрет. Потом ей станет плохо, она вернется в канцелярию, не обратит внимания на включенный рефлектор, добредет до туалета и там свалится. Ты не знаешь телефона ее матери? Надо бы ей позвонить. Не знаю. Мне для этого нужно зайти в отдел кадров. Подожди. Может, у нее есть записная книжка? У таких девушек это бывает. И ты бы видела, чего они там только не записывают. Что это? Что это такое? Платежные ведомости. Покажи. Гавраник. Гавраник. Еще один гавраник. Сколько у вас этих гавраников? Один. Но как раз сегодня я узнала, что он исчез. Чем дальше, тем эта новогодняя программа интереснее. Бедная Лидушка. Здесь какой-нибудь телефон работает? Ты говоришь, 68 лет. Небольшого роста. Последняя информация у меня, но это самоубийство, отравление газом, это студентка, потом... Да, вот утонула 60-летняя женщина возле Збраслова, а это 20-летний юноша. Он попал под поезд. Ну вот, это все. Никакого гавраника нет. Вот если бы я заскучал, но пока я не скучаю, ведь новогоднее дежурство ты мне гарантировал на многие годы вперед. Минутку. Это не тот гавраник, который прописан у некой пани Градовой на Иржиковой улице в Жишкове. Знаешь что? Я бы туда зашел, а потом забегу с тобой, хорошо? Ну ладно, пока.
Могу я видеть пани Градову? Она пошла в магазин. А вы кто? И это? Венегер. Истербашан. Ну вот она. Что? Кто вы? Что от меня нужно полиции в новогоднюю ночь? Живет у вас пан Гавраник? Конечно, живет. У него оформлена прописка. Где он? А я знаю, какие у него сегодня заскоки. Вы спрашивали в пивных? Когда вы видели его в последний раз? Последний взнос я получила по почте позавчера, как раз с получки. А когда видела, не помню. Сегодня вам не повезло. Все уехали на праздники домой. У меня их живет немало. Это я заметил. При желании здесь бы еще парочка худых уместилась. Дайте им квартиры, не будут жить у меня. Будьте уверены, что контроль вас не минует. Вы не уехали на Новый год домой? Почему? Можно узнать? Куда мне ехать? Я здесь дома. С пропиской у вас все в порядке? Покажите-ка мне. Ничего такого у меня нет, да мне и не нужно. Я ее друг. Что вы говорите? Ну, поэтому-то я и не плачу за квартиру, понимаете? Сколько времени вы в Праге? 4-й год. Я коплю деньги на дом. Так, а работаете вы там же, где и Гавраник? Сначала работал там, а с прошлого года в Прагострое. Там лучше платят. Я специалист по фасадам. А с Гавраником здесь виделись? Я прихожу поздно вечером, люди здесь часто меняются. Откуда мне знать, кто там лежит под одеялом? Не хотите? Я делаю особый, крепкий. Или что-нибудь новогоднее? Я пью только хорошее. Бланк перевода, заполненный Гавраником, у вас? Да? Не знаю. Нужно пойти посмотреть. Как ты думаешь, сколько может стоить такая шубка? 10, не меньше. Представь, я недавно видела на Вацлавской площади похожую, всего за 8. Красота. Всего? Ну и что, дешево? Очень. Это почти даром. Значит, все-таки Шмидра. Гонза, почему у нее были платежные ведомости Гавраника? Во-первых, они были не у нее. Во-вторых, они должны были сгореть, и она тоже. Эта дверь была заперта. Рефлектор, как утверждает вахтер, включен не был. Ты не знаешь, у нее ключи были от этой двери? Исключено. По крайней мере, не должно было быть. Я должен поговорить с ней. Позвоню в больницу. Пошли, зайдем к тебе. Подожди, прошу тебя, будь с ней поласковее. Ведь она, бедняжка, чудом жива осталась. Значит, все это устроил кто-то другой. Ты кого-нибудь подозреваешь? Подозреваю. Подожди-ка, Гавраник иногда ночевал в вагончике недалеко отсюда. Я видела там свет, когда уходила домой. Потом заглянем туда. Послушай, вообще-то достать ключ от кассы не такая уж и проблема. Не проблема. Но хорошо замести следы после аферы с фальшивыми ведомостями. Здесь уже проблема есть. Служба безопасности, майор Земан. К вам привезли Яну Карабусову, 20 лет, отравление алкоголем. Соедините меня с лечащим врачом. Девочка, у меня предчувствие, что сегодня на этом не кончится. Надо обязательно позвонить нашей несчастной леди, но это уже надо будет сделать тебе, как главному виновнику. Отделение реанимации. Мне нужно... Я знаю, извините, у вас никогда нет времени, но мне необходимо получить сведения о Яне Карабусовой. Какие шутки? Кто из полиции? Он представился вам так? Подождите, не вешайте трубку. Я действительно майор Земан. Представь, им уже из полиции кто-то звонил.
Сколько можно ждать, пани? Где Бржетя? Он пудрится, что ли? Не пудрится. Он сушит волосы после ванны. Сейчас придет. Что сушит? А я что должен делать? У меня еще 4 вызова. До этого вам, конечно, нет дела. Дьявол. Что ты говоришь? Кто-то там разговаривает? Что? Ну, подожди, объясни мне. Гонза, я ее не понимаю. Лидушка, послушай, ты что, выпила? Кто у нас? Послушай. Водку спрячь. Быстро скипяти чай, открой окна этого Мартина. Как-нибудь поприличнее выпроводи домой. Что? Какой Мартин? Дай-ка сюда. Какая водка? Как только приду домой, я тебе так задам. Бросила. Девочка. Дочь бросила трубку, понимаешь? Мартин. Мартин, ты понимаешь? Ведь ей 14. Я не позволял себе без разрешения привести в дом товарища, не то что девочку. Не сердись. Во-первых, дети сегодня раньше взрослеют. Во-вторых, это типичная демонстрация независимости. Типичная, типичная. Я ей дам типичную демонстрацию независимости, так что она сесть не сможет. Я тебе дам водку и Мартина. А кто такой вообще этот Мартин? Мартин. Некий грабок из нашего дома. Грабок? Подожди. Сколько ему? Не знаю, я с ним не знакома. Подожди, грабок, я с тобой поговорю. А ты чего ждешь? Пойдем домой. Гонза, подожди, Гонза. Послушай, ведь эта девушка чуть не умерла. Ты же обещал, что поговоришь с ней. Не бросишь на произвол судьбы. У вашего вахтера есть запасной ключ от вагончика этого гавраника? Конечно. Ну, пошли. Чао, Фердо. Человече, не бей то ты. Так уж сам давно подпалил с того нерозоставленного от Чикаго. Так насадай. Ježišmarja, Břeťo, nezdržuj mě. No viděla jste to někdy? To je přece nemožný chlap. On si snad myslí, že jsem tady jenom pro něj. To svět neviděl takového šaška. Já se musím ještě vrátit. Teda v tom pádě já jedu, paní. Jo, jděte oba, jo. Jak to? Ale já jsem nechal všechny papíry od auta doma. A auták tady na parkovišti. Kouká z okna, vidí ho. No chápeš, na co myslím? My na tebe počkáme. No jo, ale já jsem ty doklady nechal ležet jen tak volně na sekretáři. Viděl je. Já je přece před ním nemůžu jen tak jednoduše zbalit, jak by to vypadalo. Alice, za hodinku jsem v podniku za tebou, jo? Tak jeď, prosím tě. To je ale cvokař ten Břeťa, co?
Пришла душа на небо, посмотрела вниз, и страшно смешно ей стало. Что ты смеешься? Что здесь смешного? Ну, как же мне не смеяться? Я-то уже наверху, а внизу меня еще оперируют. Выключи. Интересно, почему оно играет? Хотя сразу видно, что здесь уже давно никого не было. Давно? Радио может играть сколько угодно, и свет может гореть. Вот ты тут послушай. Пан Гавранок, я искал вас целый день перед Новым годом. Я передумал после нашего разговора 3 декабря. Ваши условия принимаю, Станислав Бартош. Видишь, газета от 5 декабря. Это уже хуже. Значительно хуже. Ну вот. А выглядел таким приличным. Счастливого Нового года желает вам трубочист. Ну и вид здесь. Меня направил к вам перепуганный дед из проходной. Что? Гавраника еще не нашли? С 5 декабря он здесь точно не появлялся. Но он существует. Загляни. Позавчера он послал квартплату. Ничего себе. 1000 крон, целое состояние. Гнездышко разорено, но если бы не Гавраник, я бы не познакомился с одной роскошной женщиной и не посетил бы одну замечательную квартиру. Это почерк Гавраника, посмотри. Скорее, похож на почерк Яны Карбусовой. Ну так что, как? Существует Гавраник или нет? Прошу тебя, скажи, что это за учреждение? И как у вас в отделе кадров ведется учет? То есть у тебя в отделе кадров? А знаешь ли ты вообще что-нибудь об учете временных работников? Об условиях найма пенсионеров и так далее и тому подобное? Знаешь что-нибудь об этом? Пожалуйста, не оправдывайся. Я только говорю, что такого безобразия потерять человека я бы не потерпел. Мы здесь под Новый год ищем какого-то пропавшего старика, который, наверное, сидит сейчас с какой-нибудь вдовушкой, пьет дешевую настойку и заедает пирогами. А в это время наша дочь находится бог знает где и делает бог знает что, и бог знает с кем. Прошу тебя, перестань. Нет, это на дешевую настойку не похоже. 3 декабря Гавраник снял со сберкнижки весь вклад. 53 тысячи. Что за книжка? Именная? На предъявителя покажи. На предъявителя. На предъявителя. Значит, деньги мог получить кто угодно. Бланка? Скажи, сколько в среднем получает Гавраник в месяц? Во всяком случае, не столько, чтобы иметь такие сбережения. К тому же он довольно много пропивает. Ты действительно не знаешь, где он может быть? Не знаю. Поймите же, конец квартала сдавалось 350 квартир. У нас, как всегда, не хватало людей, но план-то должен был выполняться. Люди хотят жить. Пожалуйста, скажи мне, что я должна была делать? Тебя никто не упрекает. Ты же сама мне позвонила. Пойми, Бланка, теперь речь идет уже не о плане, а о жизни людей. Кто-то хочет скрыть следы преступления. Что ты предлагаешь, Мирок? Чтобы вы оба пошли домой и позаботились о Лидушке. Бартош должен быть у Малика. Это недалеко отсюда. Пойдешь к нему одна, чтобы не вспугнуть раньше времени. Вопросы для Бартоша я тебе подготовлю. Я заеду в больницу, допрошу девушку. Если она в состоянии говорить. Сократ. Do 7.
125, 126 до седмички. Soňo, to jsi ty. Tady Standa. Počkej, Soničko, nezavěšuj. Chtěl jsem ti jenom povědět, že jsme udělali blbost. Oba. Já třeba větší to teď nebudeme. Ale... Halo? Jsi tam? Věř mi aspoň jedno. Žádná ženská v tom nikdy nebyla. Věříš? Ale chtěl jsem ti jenom přát šťastný a veselý. Jo. A ještě něco. Kdybys nebyla proti tomu. Rychlík do Ostravy mi jede 10 minut po půlnoci, mohl bych přijet. Neskusíme to znovu. V tom novém roce. Nechci. Tak aspoň jde za mě pusu, Evině. No tak, co ti řekl ten Bartoš? U Malíka není. Nebo neotvírá. Za to, tady je stop, habaděj. A jak debužírovali. No, pojď se podívat. No, co ty no, na to? To snad. Jo, a víš, co si pouštěli? Parlemo ad amour. Honzo, ještě odpoledne měla vzorně ustláno, kdo to tady tak zválel. To už jsem taky viděl. Nemluvila někdy o něm před tebou? Nedostávala dopisy, nebo nepsala si něco jako deník, nebo... No. Něco si psala, já tedy o tom jako nevím, ale počkej. Co jsi mě opustil? Vadnout jsem začala, po světě chodím jak stín. Ukaž. Jsem jako úplněk. Co noc je ze mne, milý můj, míň. Co jsi měl? Rozumíš tomu, co kdo ji opustil? Ale nejspíš nikdo. Holky v tomhle věku si strašně vymýšlej, rozumíš, fantazírujou. No a čím je to méně pravda, tím je ten prožitek jaksi intenzivnější. Ale jaký prožitek? To jsou keci. Nečteš fotky. 15letá holka, měsíc nezjesná. Našli při domovní prohlídce u 40letýho chlapa. 8krát trestanýho. A fetovala. A přitom oba rodiče docela slušný lidi. Honzo, prosím tě, neblázni. U tebe už snad jde o profesionální deformaci. O deformaci, jo? Sakra, tak mi teda můžeš říct, kde ta holka je? No já nevím. Kde byl ten hrabák? Já zavolám k nám. Do evidence a já si ho podám. Ne, Honzo, nech to. Pojď. Přece nebudeš dělat ostudu a zrovna dnes. Dovol, jakou ostudu? No blaně, že ty zrovna budeš mít takový měšťácký ohledy, to bych nečekal. Hele, vychovat dospívající holku, to neznamená jenom přinést domů vejplatu a podepsat žákovskou knížku. Ona má i svůj citový život. A tak, takže za všechno můžu já, samozřejmě. Já nemám zájem, já nemám trpělivost, já nemám čas. A můžeš mi říct, kde ho vzít? A ty myslíš, že já jsem na tom líp? Já kdybych neměla na stole kalendář, tak ani nevím, jestli je jaro nebo podzim, jenomže jsem si vždycky myslela, že Lidka chápe, proč to všechno děláme, proč couráme po těch schůzích a poradách po nocích. A... No. Ale řekni mi pravdu, prosím tě. Nemyslíš, že tohle všechno provedla kvůli mně? Že bych jí nějak vadila? Nebo že mě nemá dost ráda?
Lamko. Prosím tě. Co tě to napadlo? Ne. No, všechno se vysvětlí, uvidíš. No tak. No. Hier ist der österreichische Rundfunk mit dem zweiten Programm Radio Salzburg. Sehr verehrte Damen und Herren, in unserer heutigen Sendefolge Musik für den Nachtarbeiter bringen wir steirische Volkslieder. Ich spiele das Schrammelquartett der Wiener Zentralmolkerei unter der Leitung von Ferl Schkuban. Und der Dampf verfallt, und mein lieber Herzog Johann Lies. Radio Luxembourg, I'm the number one, your station of the stars. It's 21 hours, central European time. Please... Ну куда, куда, куда? Нельзя, пан. Все занято, занято там. Кто вас сюда впустил? Обрежете Малика, знаете? У него здесь заказан столик. Я иду к нему. Ах так, вы, вероятно, пан Гонцу. Меня интересует 10 метров итальянской подкладки. У вас будет? Раз Бржетти обещал, будет. Позвольте ручку. Закажете что-нибудь или подождете? Бржетти? Зачем? Дайте нам бутылку шампанского и коньяк. Хорошо. Зря вы это сделали. Без него я не буду пить. Я недостаточно для вас хорош? Почему? Странно. Ну, если вам его не хватает. Что вы себе позволяете? Не смейте его оскорблять. Его? А где он, кстати? Почему его нет? Ну, я немного выпил, пани. Совсем немножко. Не смотрите на меня так. Это я с горя. Все у меня сегодня валится из рук. Не могу быть один. Не могу. Понимаете? А с вами мне хорошо. Вы верите мне? Я не обманщик. Почему вы оставили Бржетти Славу дома? Он еще там? Пойду позвоню ему. Я не могу здесь ждать вечно. Не надо. Не ходите никуда. Это бесполезно. Заманова? На самом деле? Подожди, я дам трубку мужу. Так будет лучше. Рихтерова, нам повезло, Бартош объявился. Слушаю. То, что он не снимает телефонную трубку, еще ничего не значит. Возможно, он как раз в дороге. Знаете же, отсюда довольно долгий путь. Могу я вас кое о чем попросить? Пожалуйста, вернитесь к столу и постарайтесь как-нибудь задержать Барташа. Нет. Да. Ну, вы это сможете? Я в течение получаса обязательно кого-нибудь подошлю. Да, спасибо. Спасибо. Она перепугана. Боится за Малика. Говорит, что у Барташа... была судимость. От меня он это скрыл. Ну еще бы. Есть чем хвастаться. Позвоню Гайдышу, пусть привезет его. И прямо на место, где он все расскажет. За это я ручаюсь, а ты останься дома. Вдруг Лидка позвонит или где-нибудь объявится. Договорились.
jsem tady. Já byl zdes. Vlez через окно. Радио играло. Свет горел. Я думал, что Гавраник спит. Но его не было. А где он сейчас, знаете? Вы же недавно встречались с ним. 3 декабря. Хорошо. А что означает эта записка? Вы ее писали? Да. Какие условия вы принимаете? Условия? Это был мошенник. Меня послал к нему некий Зламал, тоже из Остравы. Гавраник устроил ему выгодную работенку, а главное, квартиру. Когда я с Гавраником разговаривал 3 декабря, он потребовал от меня 5000 себе и 1000 ежемесячно за проживание у какой-то бабы в районе Жишково. Я чуть не набил ему морду тогда. А почему вы теперь передумали? Из-за развода. Суд был 18 декабря. До этого я еще верил, что все уладится, но теперь мне ничего не оставалось. Я отдал бы ему все деньги, чтобы только жить здесь и все забыть. Все. Боюсь, вы не поймете. Вдруг мне пришли в голову глупые мысли, что... Как вы объясните ваше бегство от Малика? Мне вдруг... Пришли в голову глупые мысли, что я смогу вернуться обратно, что здесь я вроде бы продан этими двумя аферистами. Подождите. Вы к ним причисляете и Малика? Конечно. Он сидел в Остраве за мошенничество. А теперь, знаете вы вообще, как он живет? То же самое он говорил о вас. Это чтобы очернить меня перед Рихтеровой. Она хорошая женщина и не заслуживает такой судьбы. Поэтому я и пошел в бар и начал куражиться. Если бы там был Малик, он бы свое получил. Вы верите мне? Увести? Ну, входи, входи, не стесняйся. Входи. Что случилось? Говори. Он обокрал меня. Все мои деньги. У меня были 2 сберегательные книжки. Драгоценности, все исчезло, ничего нет. Если бы я мог догадаться, я бы его... Объяви розыск Малика. Почему в вашей сумке были платежные ведомости Гавраника? Какие ведомости? Я ни о каких ведомостях ничего не знаю. Но фамилия Гавраник вам знакома? Гавраник, Йозеф, пенсионер. Вспомните, когда вы с ним встречались в последний раз? Я не помню. Но уже 2 раза он не приходил за зарплатой. Вы сказали об этом кому-нибудь? Малику. А что он? Ничего. Сказал, чтобы я об этом не думала, что он все устроит. Вы заполнили вместо Гавраника этот бланк перевода. Зачем? Малик принес его вместе с 1000 крон. Гавранок попросил перевести их за квартиру, прежде чем он их пропьет. Господи, мне плохо. Заканчивайте, она все равно вам ничего уже не скажет. Сейчас заснет. Это хорошо или плохо? Хорошо, плохо ей было после тех порошков, которые в сочетании с алкоголем действуют как сильный яд. Достаточно часа, и она бы не проснулась. Порошки, посмотрим.
Скажите, а какой был голос у того, кто звонил и сказал, что он из полиции? Какой? Обычный, такой же, как у вас. Ну, наверное, все-таки не такой. Подождите. У него был такой, пожалуй, такой островский акцент. Знаете? С четвертой платформы отправляется скорый поезд номер 105. Колин, Гавличка, вброд, Брно, Бжецлав, Братислава. Отправление в 23:40. Колин, второй класс. Спасибо. Скорая до Братислава, первый класс. Добрый вечер. Предъявите документы. Повернитесь. Отрицать бессмысленно. Кто еще мог войти в бухгалтерию и устроить пожар? Взгляните. Это ваш ключ от бухгалтерии. Вы им воспользовались и пытались устроить пожар. Так что советую признаться. Учтите, что сразу после Нового года сумочку Карбусовой я передам на дактилоскопию. Для вас это означает, знаете что? Вы же опытный преступник. Где старый Гавранек? Вам известно, откуда у вас эти деньги? 3 декабря кто-то снял со сберегательной книжки Гавраника 53 тысячи крон. Это были вы? Я? Нет. Он сам их снял. А откуда вы знаете? Он сказал мне это. А потом он их спрятал у меня. Когда? Это было потом. Ну, приблизительно неделю назад. Да, около 20-го, когда он пришел за зарплатой. Лжете. Яна Карбусова утверждает, что он уже дважды не приходил за зарплатой. И вы это прекрасно знаете. Она вам сказала. Что с Гавраником? Нет, этого я не знаю. Эти деньги, ну, это, наверное, это было раньше. Он их, ну, наверное, снял, потому что... Хотел купить домик за городом. Да. Тогда почему эти деньги нашли у вас? Мы вместе. Я там был с ним. Где? В Матиевицах. У Сланова. А это случайно было не 5 декабря? Что случилось в этот день? Именно с этого дня Гавраник пропал. Я не виноват. Это он напал на меня. Я сделал это, я оборонялся. Что вы сделали? Там такой старый овраг, когда идешь к шоссе. Мы поругались. Он знал, что я получаю за него деньги, но не знал, сколько. Он хотел, чтобы я отдавал ему больше. Мы подрались. Он упал и ударился головой о камень. И уже не поднялся. Я испугался и закопал его там же под камнем. Это было в целях самообороны. Я бы этого не сделал, если бы он сам не бросился на меня. А не было ли случайно все наоборот? Отвечайте. Ясно. Пошли.
Martine, že ti není hanba. To jsem teda opravdu nečekala. Koukej, co je kolem lidí. A ty tady před všemi děláš takový neslušný věci. Já jsem šla s tebou ven, když tě to u nás začalo otravovat. Ale to jsem si myslela, že se budeš chovat slušně, ty, vostudo. Počkej, povím to vašim, to si píš. Kdybych tušila, co si za číslo, tak jsem tě zavezla k tetě. Ale to si porád žebral, tak toho prosím tě hned nech. To nemůžeš jít kousek stranou. Víš, já se sám bojím, Liduš. Ty bys ses nebála. Že bys se zbála, když jsi holka. Že bys čůrala radši tady. Prosím tě, nedělej vostudu a pojď sem. To voláš mě? To je mi pěkný. My se s mámou trápíme. Lámeme si hlavu, lamentujeme. A ty jsi tady zatím s mladíkem. Poslouchej, víš, že máma plakala. Vážně? No. To jsem ale nechtěla. Já myslela, že vás jenom polekám, když jste mě nechali samotnou. To je ten tvůj táta. To je Martin Hrabák, tati, víš? To je jasný, že je to Hrabák. Martin. Nazdar. Ahoj. Hrabáku. Máš doma revolver? Revolver? No, to víš, že mám. A ukážeš mi ho? No jo, ale až po novém roce. Ha? No tak jo. Poslouchej, ty půjdeš k nám spát. Co? Já musím, až šli tancovat. Aha. No tak to jo, to jo. Tak pojď, ty kavalíre. No. Martin je prvňák z naší ZDšky. My spolu někdy chodíme do školy, viď, Martine? Svý. Bude u nás spát, nevadí ti to? No, už si to zkusil, to jsem viděl. Ale podle toho, co jsi říkala, jsme mysleli, že je starší. Vy taky skočíte na všecko. A tu vodku máš v láhvi od poděbratky. No, proto. Co jsem tě měla říct, že doma brečím, protože se mi stejská a protože jste mi zkazili první večeři, kterou jsem vám přichystala kvůli nějaký blbosti. Blbosti. Pojď, Martine. Ale neplácej nesmysly a máš domů. А сколько у тебя было на книжках? Как раз на домик. Он говорил, что у меня там должна быть большая клумба и пес. Пунктик. Пунктик. Скажи, пожалуйста, а ты не поняла разве, что это за человек? Женщины так любят лгать себе и так любят верить обещаниям, особенно если им уже под 40. Пойдем. И перестань плакать. Ведь все, слава богу, хорошо кончилось. Ты не думай, мне тоже досталось от моего. Как будто я виновата, что Малик подделывал документы и заполнял фальшивые ведомости. Скажи сама, что я виновата, что ли? Дамы, в чем дело? Через минуту полночь. Ну-ну, не болтай, не болтай, а лучше иди помоги. Можно я возьму? Знаете, после всей этой нервотрепки у меня такой зверский аппетит. Пожалуйста, конечно, берите. Ну, друзья, с Новым годом! Не сердитесь на меня. Если вам поможет, я могу поплакать вместе с вами. Жизнь, конечно, штука нелегкая, но должно же, в конце концов, все устроиться к лучшему. Уважаемые телезрители, неотвратимо приближается тот момент, когда мы навсегда простимся со Старым годом. Удары часов нам вот-вот возвестят приход нового 1967 года. Лидушка. Если у тебя в этом новом году будет на душе что-то такое, о чем ты захочешь рассказать Бланке или мне, сделай это. Или позвони мне. Даже если в этот момент у меня будет 10 совещаний. Потому что иногда нельзя ни ждать, ни молчать. Хорошо. Конец 23-й серии.